В этой части фильма мы научимся собирать замок и программировать передающее устройство. Прежде чем мы приступим к работе, давайте убедимся, что у нас есть все необходимое. Полный комплект замка Watchlock, программный кабель, активированная и разблокированная сим-карта, установочные параметры APN и телефонный номер сим-карты маршрутизации. Если у вас нет этой информации, свяжитесь с представителями Multilock, компьютер с установочной программой StarCom. Watchlock может быть подсоединен к любой существующей или новой головной системе Multilock. Подсоединение производит мастер, имеющий лицензию Multilock. Для сборки электронного модуля в замке следует закрепить пластмассовый адаптер при помощи двух винтов. Обратите внимание на расположение прореза на замке. Прорез должен быть расположен к внутренней части электронного модуля. Нажмите на замок, пока не услышите щелчок. Закрепите оба болта на электронном модуле. Зарядите батарею с помощью прилагаемого в комплекте зарядного устройства. Полная зарядка батареи обозначается зеленым светодиодом. Откройте крышку отсека для батарейки и вставьте сим-карту. Вставьте батарею. Подсоедините программный кабель к устройству. Обратите внимание на направление кабеля и компьютеру. Запустите программу StarCom на вашем компьютере и убедитесь в наличии связи с устройством. Задайте релевантные настройки. После завершения настройки нужных параметров отключите кабель. Вставьте батарейку, закройте крышку отсека для батарейки и соберите Watchlock. Откройте и вновь закройте устройство и подождите несколько минут. Убедитесь, что программа послала вам сигнал и что заказчик получил сообщение на сотовый телефон. Теперь все готово. Доставьте комплект заказчику, снабдите его инструкциями по эксплуатации и сообщите ему пароль и имя пользователя для интернет-сайта. Дорогой заказчик, с этого момента вы можете проверять точное местоположение замка и время его открытия и закрытия в любое время и в любой точке земного шара. Вы будете получать сообщения на ваш сотовый телефон и автоматические отчеты на адрес электронной почты. В следующем видеосюжете мы расскажем о том, как следует менять настройки системы, например, как установить нужный вам язык и так далее.